Разбираем приложение и сегодня, в котором я больше 3 недель. Изначально, когда я узнал об этом приложении, сразу же зашел, установил себе, взял себе бесплатный Infiti, но это не Infiti, и начал пробовать играть и разбираться. Изначально не совсем верил в это приложение, не хотел особо разбираться, проходил не все задания. Там, если вы знаете, есть одно задание, когда делитесь своим питомцем, вы зарабатываете 50 энергии, вовсе есть... Всего есть 100 энергии, 50% за то, что вы делитесь своим инфити, своим, своей зверушкой. Потом то, что играете, 15, то, что ходите, 15. И остальное, что остается, это 20 энергий. Это того, что вы проверяете других ребят, которые поделились своим питомцем. Изначально я играл тем своим бесплатным, зарабатывал вообще гроши, не знал о том, что нужно постоянно держать здоровье питомца в районе, в каком районе, в максимальном, в 100. И, соответственно, начал меньше зарабатывать. Там есть такая шкала, где вы делитесь своими, частью своих, своих денег с благотворительностью. И я ту шкалу поставил по максимуму, то ли случайно, то ли специально, я уже тогда не помню. И все, что я зарабатывал, все уходило. Потом купил себе Infiti и начал зарабатывать. Поначалу пробный период, он длится в районе сколько? Недели, по-моему. И в этом пробном периоде все, что вы зарабатываете, половину вы можете выводить на следующий день. И это было бы, и это было как бы здорово, потому что я зарабатывал 10.60, и половину с этой суммы, это 5.30 долларов, я выводил, мог выводить каждый день. Сейчас же, по истечению того периода, недели, мы видим, что вы получили награды, вам начислили награды за выполнение вчерашних заданий, награды будут заморожены на 14 дней и будут ежедневно размораживаться равными частями. Доступно 56-135 с 679, замороженные токены 623, которые будут разморожены, разблокированы в течение 14 дней, 2 недель. Что мы делаем? Подробнее о наградах нажимаем. Сейчас посмотрим, сколько у меня денег. Итак, у меня заблокированные награды на сумму 27 долларов. Напоминаю всем, что я купил инфитишку за 200 долларов и вывел с этого приложения на начальном этапе, я вывел 20 долларов. Соответственно, я уже заработал 47 долларов. 47 долларов, то есть мне еще надо 153 доллара, чтобы отбить вот это вот своего питомца. Рассказываю еще... Даже меньше, потому что у меня еще здесь есть 4.44. Рассказываю еще об одном приколе, который я не сразу же узнал. И немного ребят рассказывают об этом. Смотрим. Видите, здесь у меня два персонажа. Изначально, когда я установил и купил вот этот вот Хачиман, у меня только здесь он был. Соответственно, вы можете зайти редактировать, вы можете этого убрать, либо этого убрать, этого оставить. И у меня был только один вот этот вот Хачиман. И зарабатывал я только с него 10.60. С этого Джеффри я зарабатываю тоже где-то в районе 76 центов. Но я его сюда не подключил, и я зарабатывал меньше. Недавно как бы попробовал и с этим, чтобы было 2 инфити, и начал зарабатывать больше в районе 11.80 долларов. Скрин я подкрепил к Telegram, можете переходить к моему Telegram, буду туда тоже выставлять кое-что интересное, некоторую информацию, с которой буду с вами делиться. И поэтому все зверушки, которые у вас есть, вы должны выставлять здесь. Максимально у вас здесь может быть 6 инфити, как я понимаю. Да, 6 инфити. И с каждого инфити вы будете зарабатывать. И поэтому меня удивляла сумма, которую я увидел, 832 доллара однажды. Я думал, как можно с одного инфити зарабатывать такую большую сумму. А это оказывается, он купил несколько платных инфити, скажем, 3, да? 3 или 4 инфити, и у него был еще один бесплатный. Либо он на все вот эти вот пропуски
Он все это заполнил NFT, и у него выходило 832 доллара в день. Тоже я скрин прикрепил в Telegram. Кто не верит, можете зайти посмотреть. Ссылка есть под этим видео. Итак, об этом я вам рассказал. Вот, как видите, 50. Одна энергия, 6,8. И гупи, минимальный порог. Об этом я рассказывал в прошлых видео. И до окончания раунда почти 10 часов. За 10 часов должны проверить то, что я поделился своим питомцем. Вот, о том, что я поделился одним из своих питомцев. И, собственно говоря, что мы можем сделать? Еще могу вам это показать. Награды, кошелек, пополнить, вывести. BNB и гупи. Угу. Транзакции, история транзакций. Вот это вот, смотрите. Не, сейчас я не найду. Здесь вы можете смотреть все свои транзакции. А сюда можно перейти и посмотреть, сколько же вашему питомцу дней. Смотрите, взрослые, 31 день. Получается, в этом приложении я уже месяц. Вот, месяц имеет 30-31 день. И в этом приложении, соответственно, я уже месяц. А этот зверёк у меня только 9 дней. Вот, как видите. Ребенок, 9 дней. Возраст вашего считается с момента. И, как видите, здесь обзор NFT. Ваш NFT-питомец хранится на блокчейне. Вы можете вывести его из кошелька в любое время. То есть я могу его куда-нибудь отправить. Что мы делаем дальше? Чтобы вам еще здесь показать. И, наверное, под конец видео поделюсь своей мыслью об этом приложении. То, что, смотрите, изначально, когда выходит какая-то, не знаю, токен сейл, какое-то новое, там, Move and Earn, какое-то приложение, изначально нужно на самых первых этапах в него влетать. Вот, вы видите, ему было 30, ему есть 30 дней, 31 день. Возраст вашего создания, каждый день виртуальный, взрослый. Вот, и получается так, что когда выходит какое-то новое приложение, нужно в него сразу влетать на всю котлету, ну или на ту котлету, которую вам не жаль потерять. И, соответственно, вы будете зарабатывать, как тот паренек, с которого я сделал скриншот и отправил в Telegram-группу, где у него было 831 доллар. Дальше что было? Дальше Моргенштерн взял, поделился вот этим вот самым приложением, что у него тоже есть зверек, который там зарабатывает в районе 30 долларов. И всем ребятам стало интересно, как это так, как можно зарабатывать такие деньги. Но оказывается, видите, можно. Можно купить NFT и зарабатывать. Соответственно, всех тех ребят, которые пригласил Моргенштерн через свою реферальную ссылку, через свою реферальную программу, это получается как новая свежая кровь для этого приложения, потому что деньги мы зарабатываем с тех ребят, которые заходят в это приложение. Если я зашел, скажем, там, после Васи, то с моих денег, за которые я купил NFT, с моих денег будут выдавать каждый день что-то Васи, да? Вот так это работает, как пирамида. Те, которые заходят после меня, с них я имею деньги в этом приложении. И у меня была такая мысль купить еще одну NFT-шку. Я думал, я смогу выводить каждый день по 10 долларов с этого приложения, но все сделано специально таким образом, что ваши награды замораживаются, и вы не можете выводить сразу все деньги, потому что так бы приложение соскамилось. Представьте, что бы было, если бы сразу все выводили деньги с этого приложения. Это бы приложение просто бы соскамилось. Что меня насторожило и почему у меня такая мысль больше не ставить сюда деньги, а сначала вывести то, что у меня есть. У меня также было и со Степан. Какая вообще суть вообще, много раз говорю вообще, какая вообще здесь ситуация по этому приложению, как разработчики зарабатывают? Здесь есть газ. Газ — это комиссия за то, что вы платите за здоровье своего питомца. Каждый раз, когда вы пополняете ему жизнь, каждый день ему нужно пополнять жизнь. За это снимается либо EGP, либо BNB. Чем круче у вас NFT-шка, тем больше она стоит, чтобы
примеру, смотрите, я могу сейчас повысить до 5 уровня. Питомец готов к повышению до 5 уровня. Чтобы повысить, нужно... Что нам нужно? Нужна сумма. Вот видите, даже не нужно платить никакие вот ИГУПИ, только BNB за это. А если бы я хотел повысить, вот в скором времени я смогу повысить Хачимана до 5 уровня, то там уже комиссия будет в районе по 300 ИГУПИ. А 300 ИГУПИ это будет в районе 10-15 долларов. И таким образом, когда вы постоянно повышаете своего NFT, вы платите за газ. Таким образом, когда вы восстанавливаете здоровье своему питомцу, вы тоже платите за здоровье своего питомца, плюс за газ, потому что здесь везде есть газ. И когда вы хотите, к примеру, сейчас вам даже покажу, вот у меня есть награды доступные, которые я могу вывести, у меня есть замороженные 27 долларов. И заклеймить это вывести. Смотрите, из кошелька для наград на wallet. Кошелек и купи. Комиссия за транзакцию. Она вроде бы маленькая, но каждый раз, когда вы хотите эту комиссию, ну, когда вы хотите перевести, сделать, заклеймить, каждый раз вам нужно будет платить за комиссию. Вы видели, сейчас вам покажу. Вот мой, моя инфитишка. Она у меня только одна. Вот мой кошелек. У меня 3.38. И награды. Заклеймить нажимаем. Нажимаем подтвердить. В процессе обработки клейма не закрывайте приложение. Обрабатывается транзакция клейма. Вы инфицировали. Вы инициировали новые транзакции клейма. Перейти в кошелек. И вот на моем кошельке теперь 7.74. И если я хочу, а мне даже придется купить некоторую сумму BNB, то мне все равно придется платить за газ. Сумма обмена должна быть не менее 10 ИГУПИ. Нажимаем сюда. И вот, как видите, 4.69 это в BNB. У нас будет 4. Мы можем перевести в BUSD, это доллар, стейблкоин, либо в BNB. И нам по-любому придется когда-нибудь переводить, может даже сейчас. Комиссия 0.002 BNB. Обменяем. Подтвердите транзакцию. Подтверждаем. Обработка транзакций. Инфитишки можно покупать за BNB. И также можно восстанавливать здоровье за BNB. И также можно повышать вашего питомца до нового ранга тоже за BNB. Вернуться в кошелек. 7.14. Если я не ошибаюсь, здесь было больше. Видите, я сделал перевод, обменял, и таким образом у меня меньше стало. Теперь давайте покажу вам повышение до 5 уровня. Следите за тем, чтобы ваш питомец не был, чтобы был сыт, иначе он может потерять здоровье. Как только здоровье питомца достигнет 0, он умрет. Давайте поднимем до 5 уровня. Повысить. Это стоит мне 0 ИГУПИ, потому что мой питомец, он вовсе не питомец, он не инфити, но есть здесь комиссия за BNB. Комиссия BNB. Оплатить нажимаем. Итак, здесь всего 0 ИГУПИ, комиссия такая же. Нажимаем подтвердить. Завершите транзакцию, пожалуйста, не закрывайте приложение. Завершение транзакции. Я сейчас вам все показываю наглядно, как оно все здесь работает. Сразу можете менять здесь в приложении. Но я все, правда, это делаю через компьютер. На телефоне вам придется переходить в какой-то поисковик. К примеру, это будет Safari либо Google. И там нужно вам будет ввести своих 12 сид-фраз. Смотреть питомца. Ну вот, смотрите, чтобы повысить, получается, до 5 уровня, мне нужно 200 XP. человек, 8 ежедневных задержек, поэтому оценить ваш. Вот так вот, собственно говоря. Так что
Я стараюсь по возможности не вкидывать сюда больше денег. Хотя здесь за все нужно платить. Платить нужно в комиссии BNB, нужно платить в EGUP. EGU еще нету монетки. 6.98. Ну вот, в принципе, все, что я хотел рассказать, ребята. Смотрите сами, это на ваш выбор, на ваш рассмотр. Не знаю, сколько будет длиться это приложение, как долго оно будет работать, потому что, ну, это все как пузырь. И лучше всего узнавать о таких приложениях одним из первых, влетать туда на хорошую сумму, желательно такую, которую вы, ну, не хотите потерять, и оно растет, потом покупают какую-то рекламу в того же даже Моргенштерна, и этот пузырь начинается раздуваться, и когда вы влетаете одним из первых, у вас есть время, чтобы забрать свои деньги и вкладывать, возможно, по-новому. Ну хорошо, с вами был Влад, подписывайтесь на Telegram, буду выкидывать туда что-то интересное. До встречи в новых видео.